Привет, мои хорошие! По многочисленным просьбам сегодня вам покажу, как я рисую пион акварельными красками. Изначально я на тепсу нанесла белый гель-лак, когда он полностью высох в лампе, нанесла матовый тон без липкости. Когда он высох в лампе, приступаю к рисунку. Изначально я набираю плотную краску и прорисовываю контур будущего цветка. Много девочек часто спрашивают, рисую ли я сама или же срисовываю рисунок. Так вот, я стараюсь, чтобы у меня перед глазами всегда был какой-то рисунок. Возможно, я буду перерисовывать его не полностью, но хотя бы схематически мне уже будет легче посмотреть, как рисунок будет располагаться. Поэтому я пишу в поисковике, например, пион акварельными красками, и мне показывает множество разных вариантов. Я выбираю тот рисунок, который мне понравился больше всего, и начинаю рисовать. Нарисовав контуры, я начинаю заполнять цветок цветом. На кисточку набираю небольшое количество краски и изначально прорисовываю тот участок, где у меня должно быть темнее. Затем сразу же вымываю кисточку в воде и растушевываю уже краску. Делаю плавный градиент от темного к светлому. Обязательно нужно следить, чтобы на кисточке не было большого количества воды, иначе рисунок сразу же поплывет. Кто рисует акварельными красками на бумаге, знает, что там частично краска впитывается в бумагу и она не плывет. То здесь нужно быть очень аккуратным, потому что можно испортить сразу же весь рисунок. Если мне хочется сделать какой-то участок еще темнее, тогда я беру темно-коричневую краску и домешиваю ее, например, к темно-бордовому цвету. Когда я рисую цветочки, всегда помню, что верхние лепестки должны быть светлее, а те, что под низом, всегда должны быть темнее. Заполняю цветом листья. Использую желтый цвет, зеленый, салатовый и немного охры. Для затемнения также использую темно-коричневую краску. После того, как краска хорошо высохла, перекрываю рисунок топом. Вот такой рисунок у меня сегодня получился. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн,
понравился ли вам мастер-класс. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Touching the stars.